Так, ребята, всем привет. Дайте, пожалуйста, обратную связь в чат под последней записью. Как меня слышно, видно? Как меня слышно, видно? Так. Да, здесь все окей. Сейчас я открою дополнительно, чтобы у меня все отображалось, ваш чат, чтобы я видел ваши сообщения. И будем начинать. Ребят, ну что, мы сегодня выходим с чудесными новостями. У нас прошли очень серьезные апдейты по механике, и то, что мы сейчас с вами делаем, это действительно невероятно, потому что модель, которую мы сейчас презентуем в рынок, это то, чего больше всего хотят люди, на мой взгляд. Поставьте плюсы те ребята, кто с этим согласен, что наш рынок просто жаждет иксов, но очень устал от проектов, которые там условно каждые 2 дня закрываются. То есть самый главный вопрос, который интересует людей на сегодняшний момент, это как сделать иксы так, чтобы не я всех толкал, а те ребята, которые зарабатывают, тоже мне как-то помогали. Правда же? И мне кажется, что мы первые в рынке, кто смог это действительно с технической стороны реализовать. То есть я хочу привести вам, наверное, самый яркий пример и на фоне его показать, что мы сделали интереснее, то есть как мы усилили эту же механику. То есть я сейчас не буду говорить, что механика одна и та же, что система одна и та же, она разная, но суть похожа. Суть похожа, и есть две отличительные черты, которые помогают нам сделать совсем другую историю, написать совсем другую историю. Я сейчас приведу в пример Express Game. Я думаю, все этот проект знают. Очень круто они зашумели. Самый, наверное, масштабный такой быстрый проект, который я когда-либо видел в своей жизни. Мощнее я ничего никогда не встречал. Но, на мой взгляд, было две ошибки, которыми я сейчас с вами поделюсь. То есть не то чтобы ошибки, недоработки, которые мы имели шанс исправить, сделать по-другому. И поставьте сейчас пятерки в чат, кто этот проект знает, слышал, и вот просто при одном упоминании о нем, ну, сразу иксы, то есть это ассоциация с иксами. И есть два момента. После Экспресса запускалась целая куча аналогов, которые действовали по совершенно такой же механике, были неплохие обороты, в том числе у меня был определенный проект, и мы тоже очень серьезные результаты показали. У нас там топ-лидер вышел на 60 тысяч долларов чистый чек за 2 дня. То есть было здорово в этом плане по скорости, но самое главное, чего не хватало, это то, чтобы вот так называемый простой люд, который заходит после, чтобы эти люди на чем-то зарабатывали. Потому что если эти люди зарабатывать не будут, тема не поедет. Я думаю, вы с этим полностью согласитесь. И мы первые в рынке, которые выстроили модель так, что когда у нас человек выходит на максимальные результаты, на максимальные выплаты, он очень сильно толкает тех людей, которые зашли после него. То есть представьте и просто вдумайтесь в эту цифру. На какую бы сумму вы ни зашли, на одну ячейку, на две, на три, на пять, на 10, разницы нет. Вы, когда будете выходить, толкнете первый уровень в 120 раз сильнее, чем зашли изначально. Вы представляете, что это такое? Насколько это мощно? И каждый раз, когда вы будете вот так проталкивать людей, то есть представьте, у нас самоокупаемость, я сейчас больше, чуть дальше буду более детально углубляться в маркетинг, чтобы вы полностью понимали, у нас самоокупаемость, человек выходит на втором уровне, уже на втором, то есть после него достаточно всего 6 человек в нашем цикле. И когда один наш лидер или кто-то вышестоящий, неважно, выходит просто закрывает 9 уровень, 120 позиций становится в первый уровень. Это значит, что 60 человек закроют первый уровень и получат по 0,2 BNB. То есть 40% из своих 0,5 они уже заберут. Это значит, что 30 человек при этом перейдут точнее, закроют второй уровень. И они уже получат 0,5 BNB. То есть 0,5 выйдут в самоокупаемость. Соответственно, то же самое продолжается дальше. Будет 15 человек, которые выйдут на выплату 1 BNB. Будет 7 человек, которые выйдут на 2,5, 3 человека, которые выйдут на 5, и даже один, который выйдет на 900% чистой прибыли. Понимаете? То есть насколько это сильно. И когда у нас человек теперь будет заходить, единственное, о чем он будет думать, это, ребята, блин, вот бы я зашел до того, как закроется какой-то сейчас ближайший. Да? Поскорее бы закрылся ближайший. Блин, ребята, давайте, погнали, погнали. То есть, прикиньте, мотивация будет какая? Давайте быстрее заходим, чтобы первый человек закрылся и толкнул всех. Понимаете, насколько это мощно?
То есть вот эта история очень сильно, на мой взгляд, будет работать. Это пока теория. То есть модель подобную никто и никогда не запускал. Мы первые, кто это делает. Но сейчас, глядя на математику, у большого, очень большого количества людей есть понимание, что это сработает очень мощно. И это первое отличие от всех подобных проектов. То есть с такой цикличностью мы можем ехать очень далеко и очень долго. И в том числе благодаря тому, что у нас есть, благодаря бэкграунду, очень серьезные выходы на международные рынки, я думаю, мы сможем подключить сразу ряд стран. То есть не говорить, что там мы там когда-то после выхода, там, после входа наших СНГ-шных партнеров там, через неделю, 2, 3, 5, 10 выйдем на международку, а изначально, чтобы эта международка зашла вместе с нами. И, соответственно, благодаря тому, что они смогут увидеть быстрые результаты и цикличность, это может полететь очень серьезно так, как никто и никогда еще не летел. То есть это то, что может произойти в теории, и у нас все шансы на это есть. Теперь второе отличие, тоже которое очень важно понимать. Я думаю, во всех проектах вот аналогичного стартового склада вы видели, что есть разные уровни. Да? То есть там первый, второй, третий. То есть на первый люди заходят, там, условно говорю, за $100, на второй за 200, на третий за 400 и так далее. Но в чем, опять же, на мой взгляд, была очень серьезная ошибка, которую я заметил еще там в моменты запусков вот этих шумевших проектов. Все эти уровни работают раздельно. То есть, условно, человек, который заходит на второй, он никак не толкает первого. Да? И, например, это просто сепарированные разные циклы, отдельные. У нас же все люди, неважно на каком уровне находятся, они все находятся в единой большой структуре и все друг друга продвигают. То есть вот это гигантская разница. Нам не важно, к нам человек заходит на одну ячейку, там, условно говорю, там, на $160, или он заходит на 10, или он заходит на 100, разницы нет. Он будет толкать всех партнеров, которые находятся перед ним. А когда он выйдет на выплату этим количеством ячеек, он будет снова толкать всех партнеров, которые зашли после него. И вот это очень сильная отличительная механика. Сейчас я открою для вас демонстрацию экрана, для того, чтобы мы с вами могли посмотреть по презентации. Сейчас открою. Поставьте, пожалуйста, плюс, если PDF видно сейчас. Если PDF видно. Да, Олег пишет, многих людей сделал богатыми с копейки за несколько дней. Да, спасибо. И вот смотрите, я сразу пойду по механике. То есть как это работает. Мы начнем с системы распределения. То есть вход на одну ячейку стоит 0,5 BNB. То есть вы можете зайти на одну, на две, на три, на старте. То есть на предстарте на нашем, когда у нас заходит whitelist, когда у нас заходят партнеры сообщества TNX, у нас можно зайти от одной до трех позиций. Когда предстарт закончится, это скорее всего будет на третий день позиции, можно будет докупать еще. Одна, как я уже говорил, стоит 0,5. То есть для того, чтобы, вот предположим, встала первая ячейка, самая первая. Вот есть два человека, которые зашли после нее. Деньги с них, BNB с них отправляется на сразу на первую. То есть получается x2. То есть здесь было 0,5, 2 по 0,5 получилось x2. Из них часть идет на выплату, то есть вы их можете вывести к себе на кошелек через смарт-контракт. При этом не может быть такого, что вы их не выведете. То есть это исключено. Вы просто нажимаете кнопку claim и получаете эти BNB на баланс. А другая часть идет на автоапгрейд, то есть на активацию следующего уровня. При этом вы не можете сразу зайти, например, там, на второй, на третий, на четвертый. Вы можете зайти только с первого. Это позволяет нам делать так, чтобы все люди, вот неважно, он заходит, опять же говорю, там, на одну ячейку или на 100, чтобы он толкал всех, кто зашел раньше него. Понимаете, да? Вот, теперь, что дальше? Когда вы на первом уровне, вот вы активировались, у вас прибыль, соответственно, x2. То есть 1 BNB, из них 0,2 у вас уже на балансе, когда у вас первый уровень закрывается. На апгрейд, на автоматический, у вас уходит 0,8. Что происходит на втором уровне? Также x2, то есть получается 1,6, из которых 0,3 у вас идет на баланс, и вы уже в самоокупаемости. То есть уже на втором уровне, то есть это по первому уровню, это когда за вами станет 6 человек, вы уже выходите на самоокупаемость. И, соответственно, 1,3 на переход. И здесь вот после предстарта включается очень важная система. То есть у нас в чем цель этого продукта? Не только сделать супер иксовый, супер надежный, супер классный инструмент, а еще сделать так, чтобы у нас был очень серьезный спрос на клубный токен. Да? То есть у нас в этом такая дополнительная цель. И поэтому люди, которые будут заходить, так скажем, с улицы,
они выплаты с первого и второго уровня могут клеймить без, даже без TNX. Вот предположим, смотрите, первый день мы выставили список топ-200, прошу прощения. Второй день мы выставили всех остальных партнеров, которые у нас находятся в сообществе TNX и имеют от одного TNX и более. И на третий день мы открываем наши двери для всех и говорим, ребята, заходить могут все, даже не имеющие люди TNX. И вот с первого и второго уровня они могут выводить беспрепятственно, даже не имея TNX на балансе. Но когда их ячейки перейдут на третий уровень, и у них вот эта выплата, последующие уже будут аккумулироваться на их аккаунте, когда они нажмут кнопку «Claim», им система скажет, друг, у тебя нет TNX на балансе на 40 USDT, поэтому вот эти 0.4 ты заклеймить не можешь, ты их получить не можешь. Если ты их хочешь получить, тебе нужно перейти в свой аккаунт в TNX, там в определенном поле вбить свой кошелек, адрес кошелька, с которого ты участвуешь в BN Booster, и купить вот эти TNX. В таком случае система тебе позволит заклеймить. При этом вот эта сумма, на которую нужно иметь TNX, и вообще в целом сумма покупки, активации аккаунта в TNX, которая нужна для клейма, она ощутимо меньше, чем вот эта выплата. То есть у человека в любом случае будет мотивация. И при этом вот эти токены, они закупаются один раз и действуют постоянно. Причем не только на этот продукт, а на все, что мы будем делать дальше. Наш TNX это как универсальный билет для того, чтобы вы могли участвовать во всех направлениях нашего сообщества. И только в этом месяце мы помимо этого продукта планируем 4 других. Это не другие проекты, не другие маркетинг-планы. Это просто продукты. Это аллокации, это обучение, это индексы и это автодропы. То есть то, что вы можете использовать, если вы имеете TNX на балансе. Соответственно, здесь картина та же самая. И когда вы один раз прокупили вот эти TNX, вы можете, например, поочередно вышли вот на третий уровень, закинули, купили пакет за $80, чтобы у вас на 40 был TNX. Все, вот эти 0.4 вывели. То есть это в пересчете 0.4, я прописывал, сколько у нас там, $128 примерно. То есть 80 вы потратили, 48 чистыми вывели. Дальше, здесь вам вы получаете 0.6, а докупить вам нужно еще на 40 USDT, точнее на 80, у вас должно быть TNX. Все, и вот таким образом у вас на каждой выплате, вы только первый цикл это проплачиваете, вот с одной ячейки, например, одна ячейка у вас идет, вы один раз это проплачиваете, и сколько бы у вас не было ячеек, сколько бы кругов вы ни делали, все, это делается единоразово. Но при этом у нас очень сильно повышается спрос на клубный токен, и сам клубный токен растет в цене, который вы в последующем тоже можете продать, и с помощью него у вас будет доступ к очень большому ряду различных криптопродуктов. То есть в этом наша цель. Теперь важно понимать, вот для чего вообще создается этот продукт. Я думаю, вы обращаете внимание на то, что нашему рынку на текущий момент очень сложно угодить. Потому что какие-то долгоиграющие проекты, фундаментальные, людям неинтересны. То есть они не готовы много работать, выстраивать структуры, долго что-то предпринимать и так далее, долго ждать. То есть они не готовы, им это неинтересно. С другой же стороны, где у нас находится вот эта хайп-сфера, люди вроде бы несут туда деньги, бегают, прыгают по этим проектам, которые каждый день открываются, закрываются. Но, откровенно говоря, многие подустали, правда ведь? Ну, то есть плюсаните в чат, если поддерживаете эту историю. Многие уже подустали от этого. И поэтому моей задачей здесь было дать в рынок нечто среднее. Между хайповой идеей, вот такой быстрой, с иксами, молниеносной, там, с жадностью, вот как любит наш рынок, но при этом сделать это фундаментальным и долгосрочным, чтобы это получилось. И вот эта математика, которую мы создали, в которой все люди, которые выходят на максимальный уровень, на 9-й, когда они толкают весь цикл очень сильно, всех людей, которые зашли после них, эта модель имеет шанс перевернуть рынок и работать действительно настолько долго, сколько ни одни, все, точнее даже сколько все эти проекты вместе взятые не отработали. То есть вот то, что мы сегодня запускаем в рынок. И здесь, одну секунду, я сейчас остановлю трансляцию. Так, а где у нас? Так, открепитесь назад. Прекратить трансляцию. Вот. И здесь может быть только одна основная мотивация. То есть этот продукт создан для того, чтобы люди делали деньги. И это окей. И вот сейчас
важно понимать, вот если эта система работает циклично, если у нас получается выстроить динамику, при которой мы можем работать месяцами вообще спокойно, вот ответьте на один простой вопрос. Вы будете каждый раз с выхлопа закупать еще ячейки, чтобы раз за разом получать 20 иксов? Просто да или нет? Вы будете это делать, когда у вас есть инструмент, который стабильно вам дает 20 иксов? Условно, давайте предположим, пусть это будет за месяц. Пусть это будет за месяц. И вот прикиньте, вы закидываете, например, 10 ячеек. То есть это 5 BNB. А вытаскиваете 100 BNB. Понимаете, что это такое? 100. То есть, условно, 5 BNB это у нас сколько там? 1500 и плюс 100, там, $1600? 1600. А вытаскиваете $32,000. Вы понимаете, что это вообще такое? То есть, благодаря этому инструменту, если сделать цикличность нам всем вместе, вы больше никогда не будете думать о деньгах. Вы больше никогда их не будете считать и смотреть на ценники в магазине. И вы больше не будете держать руку на пульсе, а хватит мне завтра денег на жизнь или не хватит. И вам не надо будет прыгать каждый день по новым инструментам, чтобы найти что-то, что вам, вас прокормит, вашу семью и так далее. Вы просто это будете делать в одном и том же месте. Все. То есть вот то, что мы сегодня даем в рынок. И вот почему мы так сильно шумим. Потому что я никогда не делаю копии. Я никогда не делаю просто вот, знаете, лишь бы было, лишь бы срубить там какую-то копеечку и дальше побежать. Мне это не интересно. Мне интересно делать что-то большое, мотивирующее, заряженное, вот когда люди максимальное движение создают. Вот это мне интересно. И здесь мы с вами это делаем. Поэтому для тех ребят, которые у нас еще не получили, может быть, ответы на все вопросы, вы сейчас их сможете задать и также задать своему вышестоящему. Что нужно для того, чтобы подготовиться для старта? В официальном канале посмотрите список топ-200. Если вы хотите попасть в топ-200, вот в список, самый первый, который зайдет, мы вручную будем этот список активировать в первый день, то вам необходимо на балансе иметь больше количества TNX, чем у того, кто в этом списке. Это первый момент. Второй момент. Если вы хотите зайти во второй день, вам обязательно нужно иметь от 1 до 10 TNX на балансе. Ну, можно, конечно, больше, но вот от 1 до 10 от этого зависит 1, 2 или 3 ячейки вы сможете купить. И если вы хотите пока посмотреть, присмотреться, это тоже нормально. В первый, во второй день вы уже увидите просто сумасшедшее количество выплат, которые будут происходить. Просто невероятное. Вы увидите такое движение, которого не видели очень давно. Но, тем не менее, вы имеете право подождать, вы имеете право посмотреть, как это пойдет, как это зайдет в рынок. И в третий день активироваться, не имея TNX на балансе, но когда у вас будут закрываться уровни, вам все равно нужно будет покупать TNX для того, чтобы с этих уровней клеймить прибыль. Поэтому выберите для себя одну из трех стратегий и действуйте по ней. Ну а для партнеров TNX действующих я напоминаю еще раз одну очень важную вещь. Ребята, особенно тем, у кого сейчас есть токены. Вы сейчас, когда приглашаете партнера, первое, вы ему можете продать свои токены. Это уже 50% от входящего в вашу структуру объема. Второе, вы заработаете 10% линейки. И третье, вы заработаете от 10 до 20% бинара. То есть до 80% от входящего объема в токен вы сейчас, вот каждый день до момента запуска и после того, как это будет происходить, как новые люди будут подключаться, вы можете это делать, вы можете это зарабатывать. И давая своим людям двойную пользу. Потому что, а, этот токен в последующем можно будет продать с лимитом до 10x, б, у этого токена будет очень серьезный спектр продуктов, которыми ваши же люди будут пользоваться. И говорить вам за это спасибо. Поэтому, ребята, мы близимся к запуску. Мы планируем запуск примерно на воскресенье, приблизительно. Может быть, чуть-чуть мы задержимся, может быть, там понедельник, вторник, среда. Это не столь важно. То есть сейчас динамика идет такая, что вы зарабатывать можете прямо сейчас. То есть даже человек, который прямо сейчас активировался, там вчера, сегодня купил TNX, вы уже в TNX можете зарабатывать. Понимаете? То есть подключая людей, которые готовятся к запуску, вы уже зарабатывать можете сегодня. Вам ждать некого. Вы уже можете работать. Поэтому для тех, кто включается
вам просто максимального ускорения, максимальных чеков, потому что вы действительно их здесь делаете. Ну а тем, кто думает, ребят, подумайте, посмотрите и приходите. Все, запись на этом мы отключаем, останавливаем.